Всем привет! Сегодня мы будем готовить кабачковое пюре. Это вот для тех, кто на чередовании и, в общем, для всех, кто любит здоровую вкусную еду. Значит, нам нужен кабачок и нам нужен вот такой мягкий творог. Свежий сыр он здесь называется, но это типа Филадельфии, не жирный. Перец, соль и погружной блендер. Сейчас я почищу кабачок и порежу. Кабачок у меня такой достаточно большой, здесь 700 грамм, и семечки не крупные. Поэтому, если у вас крупные семечки, лучше удалить. Режем вот таким кубиком. Творога у меня здесь 250 грамм. Перекладываем все в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Ждем, когда кабачки начнут выделять жидкость, и тогда будем перемешивать и будем готовить до мягкости кабачка. Кабачки зашипели. Теперь интенсивно помешиваем. Если они у вас суховаты, добавьте там 2 ложки водички. Но у меня вроде бы уже аж сок стал выпускать кабачок, поэтому вот так вот интенсивно смотрите, чтобы ничего не пригорело. Вот смотрите, достаточно здесь жидкости. Если вы потерпите и не будете добавлять воды, вам будет меньше времени, вам понадобится, чтобы жидкость вся выкипела. Чем меньше будет жидкости, тем приятнее по консистенции будет пюре. Пюре слегка остыло. Мы сюда добавляем соль, перец по вкусу. Если хотите, можете добавить и красный сладкий перец. У меня черный. И соль. Все по вкусу. Здесь, ну, я не знаю, четверть чайной ложечки. Так, и у меня здесь 250 грамм. Я, наверное, половину, 125 грамм у меня получится. Творога мягкого. И теперь это все нужно взбить блендером. Вот такое пюре получилось. Теперь самое время попробовать на соль, перец. Если вас все устраивает, вот такое блюдо я вам сегодня предлагаю на чередование. Всем приятного аппетита, худейте с удовольствием. Пока!